Во второй день празднования юбилея Махачкалы на площадке у Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы на Родопском бульваре прошел большой культурно-спортивный праздник. На территории всего городского парка проходили торжественные мероприятия, во многих из которых махачкалинцы принимали непосредственное участие. Махачкала продолжает отмечать свой юбилей. Родопский бульвар столицы Дагестана стал одной единой площадкой для празднования. Засекаются люди со всего города, чтобы стать частью торжества, окунуться в его атмосферу и получить массу положительных эмоций. Центром торжества стала площадка у Аварского театра. Здесь проходил праздничный концерт. Пришедшие зрители смогли увидеть национальные танцы, чтение стихов о Махачкале на разных языках Дагестана и пение артистов. Жители столицы с большим интересом следили за торжеством. Это очень важный праздник для нас всех. Любите свой город. Наш город самый-самый лучший. Поздравляю весь махачкалинцев, горожан, а также гости города за то, что такой подарок нам сделали. И вас тоже также спасибо. Было бы, наверное, более лучше, наверное, если бы что-то такое было бы эффектно, но чего-то такого нету, того, чего хочется, как раньше. Я помню, в детстве было много чего-то интересного, эффектного. Но сейчас, видно, этого всего нету. Я думаю, что для всех он важен. На самом деле, это не каждый день, и поэтому чувствуется такое настроение праздничное. Вообще, как вам праздничная атмосфера, весь праздник? Прекрасная, нормально, очень радует, много молодежи. Желаем нашему городу быть еще краше, еще лучше, людям добрее и, конечно же, мирного неба над головой. Мы любим Махачкалу. Праздник – это радость не сколько для взрослых, сколько для детей. Для маленьких горожан была предусмотрена уйма развлечений, море радости и детского смеха. Родители, пришедшие на торжество, подарили им прекрасный день. Поздравляем с праздником города Махачкалы. Ей исполняется 160 лет. Мы любим наш город и никогда его не бросим. И наш любимый Дагестан. Среди прочих мероприятий в этот день стоит отметить выставку произведений детского изобразительного творчества. Различные образовательные учреждения представили рисунки, ковры и глиняные изделия своих учеников. А на одной из площадок, казалось, завязалась нешуточная потасовка. Но оказалось, ничего страшного. Юные боксеры спортивной школы имени Бузая Ибрагимова проводили открытую тренировку, участником которой мог стать любой желающий. Опытные тренеры контролировали от мала до велика всех, кто желал участвовать в мероприятии. Это агитация, пропаганда нашего вида спорта. Вот для этого мы вывели этих молодых ребят. Ну, приходят зрители, смотрят. И даже здесь момент такой, что женщина пришла со своей дочкой. Можно побоксировать день. И приходят взрослые ребята, подержите нас на лапах. Можно сказать, праздник удался на славу. Кто-то наслаждался культурной программой концерта, а любители активного отдыха упражнялись в спортивных дисциплинах. У жителей Махачкалы разные интересы, но всех в этот день объединяло одно – юбилей нашей любимой столицы. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.